Холодная и голодная, Великая Отечественная война перед каждым поставила свои задачи. Мужчины защищали родину, женщины работали и заботились о детях, которым оставалось только одно – с нетерпением ждать, когда окончится весь этот ужас. Мать меня разбудила, потом сынок, говорит, война кончилась. Я скорее побежал к своим друзьям сообщить вам это. И мы все, вот не сговариваясь, прибежали к школе, значит, и там, значит, организовали такой кружок, значит, песни пели, танцевали, радовались, что кончилась война, что мы, значит, наши отцы вернутся домой. В 148-й школе Ленинского района Самара ветеранам всегда почет и уважение. С января 2015-го в юбилейный год Победы ученики всех классов готовят концертные программы и поздравления, учат стихи, песни, устраивают классные часы и чаепития. О войне эти школьники знают не только из исторических книг, но и из первых уст от ветеранов. После встречи ветеранов, после бесед, да, на классных часах с ними беседы, что я думаю, что наши дети впитывают патриотизм. Тот, который был в годы Великой Отечественной войны, да, и потом гордятся и за наш флаг российский, да, и за ветеранов, и за страну. В Ленинском районе Самары 939 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них и те, кто участвовал в боевых действиях, и те, кто защищал родину в тылу. Президентскую медаль к 70-летию Победы до 9 мая получат все. Марианна Мирная, Павел Пресняков. События.